отправляемся на экскурсию. Остров называется Кай. Кай с тайского языка переводится как курица. Ну, естественно, куры на этом острове не проживают. Просто тайцы говорят, что с высоты птичьего полета по форме своей он напоминает курицу. Поэтому получил такое название. Итак, друзья, мы на первом острове. Посмотрите, какой здесь белоснежный песок. Там голубое море, как на Мальдивах. Островочек совсем маленький. Нам выдали маски. Прохладительные напитки. В общем, сейчас я хочу попробовать нырнуть с маской и поснимаю подводный мир. Будет вид с пляжа на камень Джанфон. Еще на другой стороне на пляже вы уже немного с морскими цыганами. Там есть рынок, цыгане разные сувениры продают. Если вы хотите что-то приобрести себе на память, предупреждаю, с ними надо торговаться. Чтобы понимали, насколько торговаться. Например, браслеты жемчуга изначально они вам будут предлагать по 2500 бат. Торговаться можно до 300 бат. То есть понимаете, да, насколько нужно скидывать цену? And then we can stop here on the river because they already down there. А вот у нас скала Джеймса Бонда. Ну вот, наконец-то мы увидели знаменитую скалу Джеймса Бонда.
Я, если честно, представлял, что она будет немножко побольше. Ну, какая есть. Вот она стоит в воде. У основания 5 метров. Постоянно подмывается водой. Конечно же, скоро она упадет. Может быть и не скоро, но однозначно когда-нибудь она упадет. Какое-нибудь хорошенькое землетрясение и, наверное, в эту сторону завалится. Ну а сейчас выглядит, конечно, здорово. И вообще здесь очень красиво. Посмотрите, вот эта скала вся в каких-то лианах, деревьях. Там внизу пещеры. Офигенное место. Они вставляют сваи, дно морское. Сверху на сваи устанавливают дома и занимаются рыболовством. Когда они замечают, что практически все выловили, рыбачат, улова никакого нет. Тогда они свои дома разбирают, собирают и переезжают чуть другое место. Тем самым они предыдущего места дают восстановиться и себе находят новое место для улова. Но деревня, возле которой мы с вами находимся, никогда никуда переезжать уже не будет. Этой деревне 200 лет. Называется деревня Пани. А вот посмотрите, морские цыгане здесь живут, целая деревня. Высадимся к ним на берег и пойдем кушать в один из их ресторанов. Весь город стоит на сваях, городу уже 200 лет. Цыгане занимаются тем, что добывают жемчуг. Так, я взял себе том-ям, супчик такой, не острый. Луковые кольца, креветка, курица, рис и овощи. Итак, мы на следующий остров приплыли. Сейчас сели в каноэ, и каноэщик нас будет катать по этим прекрасным местам. Это прям вообще где-то катание на катамаране, офигенная вообще тема, да? Да.
похоже, как будто здесь взято за прообраз Аватара, только увеличили, помнишь? Друзья, мы приехали на последний остров на сегодня. Это частный остров, здесь есть кокосовая ферма, вот видите, огромные пальмы с кокосами. Тут, кстати, надо быть очень осторожным, чтобы ничего в голову не прилетело. Посмотрите, здесь даже есть вот такие кокосы, и они лежат вот так вот и прорастают. Так, наверное, потом сажают и пальмы получаются. Такой очень красивый остров. Мы решили немножко здесь прогуляться. Может быть, встретим какого-нибудь варана или обезьянку. Гуляем по острову в поисках варанов или каких-нибудь диких животных. Пока никого не встретили, кроме птиц и крабов. Вот, кстати, смотри. Здесь эти следы кошачьего какого-то. Реально в лес уходит туда. Следы кошки какой-то. Причем тяжелой кошки, потому что такие глубокие следы. Вон, смотри. Ого. Кошачья какая-то. Да? Круто. У нас снова вечер, и мы пришли опять в тайский ресторан. На этот раз выбрали немножко другой. Как твое блюдо называется? Жареная лапша с курицей. А у меня том-ям с морепродуктами. В общем, как обычно, традиционная тайская еда. ใส่มา 3 เอาใหม่แล้วใส่แล้วอีก 2 ยามี
Thank you. Okay, thank you. Thank you.